У Гомеля у самым разгары заключный этап 10-й юбилейной олимпиады школьников союзной державы России-Беларусь. Историчная духовная супольность. Программа для команд удельниц олимпиады насыщена на культурные подеи и экскурсии. Меж тем активная идея работа у рамках обовязковых туров. Больше как 200 школьников из 23 регионов Российской Федерации из усіх областей Беларуси каждый день спробуют свои силы по час выполнения олимпиадных заданий. Обовязковые туры олимпиады проходят на базе средней школы номер 72. На некоторый час коридоры и классы навушальной установы стали эпицентром интеллектуального споборництва. Тут каждый день удельников чакая особное задание – написание сочинения, комплексная работа по русской мове и литературе. Напереди конкурс по выразным читанию и риторичным майстерстве. Я надеюсь, что в таком темпе, в таком ритме пройдут все остальные дни олимпиады. Я надеюсь, хорошо написать сочинение, справиться с работой. Я выбрала конкурс выразительного чтения. Я рассказываю финал повести белорусского писателя Василия Быкова «Альпийская баллада». Меня очень затронула именно эта концовка. Свои силы. Я, конечно, надеюсь рассчитывать на них по максимуму, но знаю, уже познакомившись со многими людьми, я понимаю, насколько здесь сильные ребята. У пятницу, 30 кастрычника, члены журы подведут первые выники. У субботу на урошистом закрытии олимпиады станут ведомы имены переможцев.